Привет-привет и добро пожаловать на канал. Что ж, продолжаем играть Blitz Creek. На очереди у нас будет историческая миссия «Линия Морет». Боевые действия развиваются успешно и вскоре Африка будет освобождена от противника. Однако враг все еще сопротивляется и даже пытается перейти в контрнаступление. В результате фланговых маневров ваши части оказались позади немецкой линии обороны Морет. Противник наверняка попытается уничтожить вас. Ваша задача — отбить удары танков, которые удалось прорваться в этот район. Затем прорвать оборону противника и взять населенный пункт, расположенный к северу. В результате каналы снабжения противника будут перекрыты. Ну что ж, давайте перейдем. Так, обеспечить оборону. Угу. Раз, точка, и захватить город. Два. Ну, две задачи. Не так сложно вроде как. Посмотрим, что нам дают. Так. Так, тут у нас нападают. Нифига, танк просто разносит меня в пух и прах. В одной количестве, блин. Зашибись, так, хоть что-то хорошее сделал. Легкие танчики. ПВО бестолковое. Блин, уничтожил таки, а. Ну, я вас забыл, блин. Ready. A-OK. Yes. Ready for action. Right on. Yeah? Your orders. On our way. Saddled up. Hey, roger that. Ready for war. Sir. Sir. Ready for war. Saddled up. Ready for action. Больше никто, никому строить, да? Artillery crew. Orders. Affirmative. Orders. Battery. We're out of here. On my way. Ready for action. We've got you. Battery here. Orders. Right away. Orders. Orders. Waiting your command. Saddled up. Battery. Affirmative. Saddled up. Artillery crew. Where do you want to?
Так, более-менее я расставил всех. Теперь можно ловить удар. Поперли, поперли. Так, стоять. Надо двигаться тут. Стоим и ждем. Мне станк. В упор против таких маленьких танчиков они навряд ли что-то смогут сделать, но делают потихоньку. Ничего, заново новых поставим сюда людей. Блин, ладно, не поставим. Ну, а так вот бил. Блин, ПВО может только по самолетам стрелять, но при этом они не стреляют по самолетам. Какого черта? Так. Этот уничтожили, да, у меня один. Блин, печаль. Если где-то видел, ПВО стреляла вражеская. Так, ну давайте. Что у нас тут еще осталось? Все, вроде бы, все атаки отбил. Блин, снайпера не хватает. Где есть снайпер? Похоже, что нет. Вернулись. Так, ладно, вернулись, вернулись, хорошо. Дальше все. Ага, вторая атака пошла. Теперь с этой стороны. Yes.
Мне нужно его защитить, иначе я тут погибну без ремонтника. Что-то я об этом не подумал. Давай, давай, чувак. Оп. Просто. В кашу. Блин. Интересно, вот сейчас это не будет стрелять, нет? Странный ПВО, конечно. Мне кажется, разведчик так пустил неудачно, это жесть. Мне танк, конечно, надо уничтожить, просто жесть как. Потом сюда можно ворваться. Здесь вообще нет ничего. Ё-моё. Есть, танк уничтожен. А мне чем тут атаковать-то? Факту, тут танков нет. Если что, можно разведчик вот этим пустить, поехать вперед. Прорыв фронта. Так, самое главное, слишком вперед не ехать, чтобы не потерять их. Тут, кстати, еще что-то есть. Истребители. И ПВО еще есть. Один танк уничтожен, это уже хорошо.
Это уже очень хорошо. Мой танк. Одну пушку. Но я увидел самое печальное, что там еще у них есть танки. Но есть идея. Вот что они не стреляют? Объясните мне, кто-нибудь, как это фигня работает? Очень патроны кончились. Интересно. Это все разбомбили. Я знаю, что тут еще этих врагов выше крыши, блин. Давайте посмотрим по факту, что здесь осталось. Ё-моё, вот тут так много солдат еще. Сапер. Интересно. Ну, наконец-то начал стрелять. Во, я уничтожил. Это уже хорошо. Ух ты, ёпарас, это тигр. Так, что мне делать с тигром? С тигром надо что будет сделать. Не сказать, что это провальная атака была, но тем не менее... Ничего хорошего она не принесла. Хотя, чуть-чуть, но фронт я прорвал. Пробил, точнее. Ну, ждем разведчиков, и с помощью разведчиков это дело будем прорывать. Ну,
affirmative. Ready for war. Roger that. Ready for action. Orders confirmed. Armor here. Что тут еще может побомбить? Блин, истребитель полетели, да ёб просто. Ну, только вот тут хорошенько бомбят. Ну, как минимум, минометом бы я уничтожил расчеты. Он развернулся, чтобы здесь в город побомбить. Ну хорошо, хорошо. Оп, вот и наш танчик. Ну, смотрим, как его мы убиваем. Да, метка. Да, я смотрю. Чуваки, вы просто шикарны. Слишком далеко. Блин, вам бомбардировщик туда пустить. Даже эти танки ничего не смогут сделать. Опана, да ладно. Шикардос. Десантный самолет. Не знаю, давайте ради прикола посмотрим, что это будет. Go, go, go.
печально все это дело. Пара трупа летят. Авиация противника. А тут всего один солдатик остался. Блин, захват. Да, тут всех расстреляли. Так, тут один танк тоже уничтожил, это уже хорошо. Они застряли. Так, тут еще солдатики есть. Ну как можно подать, когда вот так вот танки легко уничтожают? Непонятно вообще. Куда тут еще побомбить, чтобы добить эту артиллерию, блин, танки эти. Да, тут сейчас разбомбим. Ну, давайте посмотрим, что тут осталось. По факту-то ничего, только вот домик тут маленький. Так, ну эти танки все равно отправлять не буду. Слишком жалко. Блин, это танк ПВО, точнее. А, САУ, да. Просто бешеная какая-то против танков. Таких тут три, если правильно понимаю, было. Yes,
Ну да бей его, есть. Молодец. Так, еще один остался тут. Давай. ПТ, ой, танк против, как называется, против арты. Он долго тут крутиться-то будет, нет? Да, давай еще жопу встань. О, круто. Ух, есть, город захвачен. Ну, всего лишь полчасика потребовалось на это. Ну ладно, главное, что захватили. Своих я не потерял. Вроде бы как закончить миссию там. Так, давайте посмотрим на наши потери. О, медальку даже дали, прикольно. Этой медали награждают солдаты при матче участия в европейско-африканской среде восточных боевых действий в период с 7 декабря 41 по 8 ноября 45. Хм, всего лишь. Да, я какую-то медальку пропустил, блин. Ну ладно. Что-то мне как-то так... Офигеть, осторожность, минус, воспитание подчиненных, минус, просто искусство войны, минус, следующее звание 17%, ну да, потери у меня были большие, ну блин, ладно. Уровень сложности сам за себя говорит, главное, что я зачистил свои танки. Чтобы перейти к следующей главе, нажмите ОК, ну да, перейдем на ОК. Италия. Ну, вот Италия я уже буду... В следующий раз сыграть. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ну и до встречи. Всем пока.